Сегодня открылся новый сезон судебных разбирательств в отношении по делам, по многочисленным делам, возбужденным, фабрикованным против Рината Усатова. Год новый, но мы видим, что замашки те же самые. Прокурор и судебные инстанции умышленно затягивают рассмотрение всех этих дел. Цель одна, эти дела действительно политически мотивированы, и цель заключается в том, чтобы максимально помешать и заблокировать политическую деятельность Рината Усатова в качестве председателя нашей партии и его деятельность в качестве примара муниципия Бельцы. То есть уже перенесены заседания на февраль несколько, и там конца края не видно всему этому процессу. На конец февраля назначен, должен пройти внеочередной съезд нашей партии, и сейчас неясно, сможет ли председатель партии Рината Усатова физически присутствовать на этом съезде. Ясно, что это мешает нормальной деятельности партии. Также он не может нормально работать в качестве примара города Бельцы. И мы вот говорили на отдельной пресс-конференции, в городе Бельцы сейчас, в городе Бельцы также предпринимается рейдерская атака на самого примара Рината Усатова и на его команду в городе. Ставится цель такими людьми, как Октавиан Маху, представитель госканцелярии в Бельцах, как вице-председатель парламента Владимир Витюк, как лидер партии коммунистов Владимир Воронин и всех их покрывающий Владимир Плохотнюк. Они ставят цель всеми путями отстранить Усатова, снять с должности примара города Бельцы и захватить рейдерский захват этого муниципия. Мы продолжаем ждать хоть какого-то знака солидарности с Рината Усатым от партии социалистов и ее лидера, президента Игоря Дадона. Будем очень-очень им признательны, если они наконец-то выскажутся по этому делу.